Как в аквапарке, сегодня столичные МЧС и Красный Крест помогали минчанам прямо в центре города спасаться от удушающей жары. Любой желающий мог взять стаканчик минералки. А рядом спасатели развернули настоящий водный аттракцион. Прохожие могли оказаться под искусственным дождем. Организаторы решили совместить приятное с полезным. Минчанам рассказали о правилах безопасности в жару и учили оказывать первую помощь при тепловом ударе. Также воду на остановке вручали и водителям автобусов. Им в такую погоду работать непросто. Жителям столицы акция очень понравилась. Это было замечательно. При такой жаркой погоде было замечательно охладиться вот с таким прекрасным напором воды. Вообще супер, просто лучше всех. К этому жаркому периоду также нужно готовиться. Нужно одевать соответствующую одежду, одевать головные уборы, не находиться долгое время на открытых, на прямых солнечных лучах. В то же самое время употреблять много жидкости.